Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я оператор по подбору персонала банка Тинькофф. Чем я могу вам помочь? Приехала я в город Краснодар 3 года назад, находилась тогда на 7-м месяце беременности младшенькой дочерью Машенькой. Старшему было всего 1,5 года. Муж работал, я была всегда дома одна с детьми. В определенный момент я устала, мне стало не хватать общения с взрослыми людьми, я постоянно сюсюкалась. Хотя я юрист с высшим образованием, работала в администрации, это постоянные процессы, это постоянное общение с людьми, этого мне очень не хватало. Какое-то хотелось иметь значение не только как мама в семье, но и быть еще кем-то. Наткнулась в интернете на объявление, работала оператором удаленным в банке. Оставила короткий отклик, со мной сразу же связались. И не просто дали инструменты в руки, меня научили, как выполнять функционал, что это из себя представляет. И меня это затянуло, на самом деле очень понравилось. Честно скажу, конечно, сначала пренебрегала именно семьей, какими-то своими обязанностями, как мама, поскольку я только вникала в саму деятельность. Потихоньку, постепенно у меня стало получаться. Я начала правильно распределять время, и я начала все успевать. В банке я отработала 1,5 года. За эти 1,5 года у меня было уже 3 повышения. Причем никаких усилий мне как таковых это не стоило. У меня у супруга плавающий график, он работает водителем троллейбуса. И работая здесь удаленно, у меня есть замечательно прекрасная возможность подстраивать свои выходные дни под него. Если бы я вышла в офис, мы бы просто не виделись, мне кажется. Мой супруг очень гордится мной, он рассказывает с гордостью своим друзьям, знакомым обо мне, как о девушке, которая не только мама, но и я полноценный сотрудник. И нам стало, ну, конечно же, легче, намного легче, когда я тоже стала работать. И я достойную денежку приношу в семью. Я стала чувствовать себя равноценным родителем в семье, когда тоже стала работать.